был. Чтобы обогатить власть имущих. Это история коррумпированных политиков, которые хотят иметь все больше и больше. Вот к чему приводит власть, которую осуществляют без уважения к жизни, без справедливости и милосердия. Подчеркнул Папа Франциск и рассказал, чем закончилась история с Ахавом. Он осознал свой грех и покаялся. Вот бы могущественные эксплуататоры поступили так же. Господь принимает это раскаяние. Но все же невинный человек был убит. И совершенное злодеяние возымело неизбежные последствия. Действительно. Давайте посмотрим на Христа, сказал в заключение Папа Франциск. Престол этого царя – крест. Этот царь не убивает, но наоборот, отдает свою жизнь. Пусть же его пример